И всем привет, меня Александр Сучков, и как всегда я опять без веб-камеры, потому что Warface что-то глючит, и довольно-таки он сильно глючит, потому что когда закачиваешь видео на YouTube и одновременно снимаешь вот трансляцию или что-нибудь такое именно в Warface, то Warface начинает почему-то глючить и вылетать, а когда он вылетает, он глючит Windows, и поэтому приходится перезагружать компьютер. Чтобы этого не было, в трансляции я отключил веб-камеру. Вы уже, наверное, этого поняли. Так что вот вы не видите моего лица. В общем, в чем прикол? Подпишитесь сейчас на канал Нубас. Вот прям сейчас. Вот, сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мы начинаем. Сегодня мы играем в Ледокол, нажимаем склад. И вот то, что сегодня на меня одето, то, что и было вчера. Вчера я очень даже глупо проиграл данные. Короче, то, что тогда было, я выложу еще ту часть, именно ту часть, когда я проиграл. Это была прям тупая ошибка, когда я проигрывал. Это прям так было тупо, что я просто решил закончить стрим. Но сегодня, я думаю, мы пройдем этот ледокол, мы получим... Хотя, что там получать? Мы получим-то всего там 810 этих долларов, все. То есть там вроде ничего такого нету. В общем, ладно. Ладно. Что дальше? Так. Ладно. Так, нету. Значит, у нас... То есть мы ничего не сможем сделать сегодня. В общем, в чем прикол? Сегодня мы играем именно в ледоколе. Заметьте. Сегодня мы играем в ледоколы. И в этом ледоколе мы сегодня попробуем пройти. Если получится, то мы пройдем. И у нас все получится. И так, ладно. Окей, просто поиск сейчас игры идет. Вот. Мы нашли игру. Я пока что помолчу, пока это все делается. Так. Давай. От 10, давай. Кстати, ребят, кто знает, как попасть туда? Я знаю, вот. Вы нет, наверное. Туда реально очень... Баг есть такой, чтобы попасть туда. Также можно попасть туда. Но для этого есть специальный баг. О нем я расскажу, возможно. Он работает на радио. Что здесь стоит. Это все можно взломать файлом крутик. То есть скачивайте крутик себе. Ну, это CryEngine. Скачивайте себе на компьютер, то есть программа для создания игр. И там берете файл, именно который находится в папке нашей игры. Кстати, что-то такое. Я впервые такое. Они что-то. А, нет. Ладно, все убежали куда-то. Кстати, где полигон? Тут был где-то полигон. Вот полигон. Мы опять зашли в полигон. Так, ну что, будет там дальше или нет? Вот, да, мы еще в игре. Меда надо. Три игрока, да вы что? Ладно, ждем. Настройки можно проверить пока что. Вот какие есть интересные здесь прицелы. Но мне нравится вот такой прицел, потому что он так уж крутой. Так. А размер кого? А, прицела. Размер прицела. А я что, лучше стану стрелять, если это будет такой прицел? Прозрачный. Нет, он точно прозрачен. Давайте поставим хотя бы... Это именно настройка прицела. Давайте 50 поставим. Потому что мне кажется, когда будет 50... Ну, я принять не успел нажать. Ладно. Надеюсь, в самой игре, когда мы уже начнем играть... Там уже мы сможем все это сделать.
Надеюсь, нам эта настройка будет доступна. Потому что если она не будет доступна, то я вам не смогу показать один крутой баг с этим прицелом. В общем, в чем прикол? Вы меняете эту штуку, размер, и вы начинаете круто стрелять. Поэтому вот все так и играют. Но некоторые вот эти рамбы, точнее как, все рамбы, и которые до какого-то ранга, они не знают про этот баг. Ну, его нельзя назвать багом, потому что я на первом аккаунте, когда вот это все поменял, я стал вообще круто стрелять. Но это не точно, потому что, ну, это зависит не только от прицела, так что у вас может не все получиться. Но у меня все получилось. В общем, в чем прикол? Вы меняете прицел, вы стараетесь попадать в хедшот, ну, это вообще... Ваша стрельба зависит от того, какие у вас руки, какая у вас мышка, какая... Не, клавиатура. Ну, возможно, да, отклик клавиатуры, мышки, коврик не важен. Главное, чтобы там все передвигалось. Что дальше? Сам размер. Размер ставите на 0,50. Или просто 50. То есть это делается так, то, что у вас средний будет прицел. И... как бы он уже будет прям наводиться на хедшот. В общем, это как у вас будет маленький аимчик. Ну, не аим как бы будет, а просто какое-то маленькое... вообще маленькая такая вот помогатель, как назвать-то. В общем, который будет вам помогать в самом прохождении карты. Да не только в карте, можно в PvP в этой хрени играть. О, уже свалил один. Можно играть в... РМ, можно играть во все, что хотите, потому что это прицел, вы просто меняете все. Очень хорошая вещь, его хорошо стреляется как из оружия, так и из пистолетов, хорошо в ближнем бою, хотя говорят то, что в ближнем бою наоборот должен быть такой, ну, прицел огромный. Нет, мне кажется, должен быть именно такой средненький, вот такой 0,50. Также с ним хорошо сейчас проверим. Настройки. Сразу к делу, бойцы. Игра. Ситуация критическая. И меняем Блэквуд здесь начали 1 против на 50. Нас войну. И пока мы проигрываем. Так. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба Нормандской. По нам наносят вот удары при поддержке принят с моря и воздуха. Есть... Вы должны срочно вмешаться. Лай. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их с флангов. Да, что-то стало меньше, но это не идеал. Давайте еще поменяем, знаете что? Давайте настройки, давайте это поменяем... Наведите ракету. Давайте на поменяем. Не, вот это пароль. Мне не нравится. Давайте вернем стандартный, а именно вот такой вот цел. Я думаю, всем стандартным нравится. Так, уже сбили. Точнее, его, а их вообще. Два осталось. Ладно. Сейчас проверим вообще, как это все будет действовать в игре, так посмотреть. Довольно-таки стало это все. Ну я не знаю, давайте еще проверим. Вертушки по-прежнему атакуют базу. На самом деле должно все. Давайте проверим. Вот. Ракетный крейсер готовится так к атаке. Укрытие! Давайте. Вот, смотрите. А, это не надо. Это видать просто. Сейчас проверим. Это довольно-таки хорошо работает. Хоть я 2 килла сделал, но... Сейчас проверим. Потому что довольно непривычно с таким прицелом, ну ладно. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Ракеты запущены. Вы блокируете дороги, так что будет так. Конечно, момент есть. Рез. Сейчас проверим. Да, это довольно-таки непривычно с этой хрени стрелять. Но это довольно-таки хорошо. Можно хорошо пострелять. Чё, блин. Твою мать. Так что давайте лучше, знаете что? Давайте. Смотрите, ну как-то стреляется. Давайте поменяем тогда прицел, я поменяю точнее, на опять на наш желтый. То есть 50 он как бы, ну, такой вроде да, нормально.
как бы привычнее, но меньше. Ты два раза на мины. О! Вот как по хэдшоту след. Вот. Смотрите. Здесь там больше нет. Стрелок убил, повторяю. Стрелок убил. Довольно-таки хорошо. Честно, ребят, патроны, даже... здоровье и броня восстановлены. Охренеть, я на первом месте. Этот чертов крейсер держит. То есть, ребят, главное вот эта вот настроечка. Ладно. Маленькая, да? Я когда маленькая говорю, там уменьшить не умею, ничего подумать. Ладно. Вы делаете эту настройку именно вот этого вот, как это называется? Какая-то такая штука, но стреляет там. Давайте сейчас попробуем отсюда, а именно отсюда, давайте попробуем застрелить, да, наши турели. Попал? Я достреливаю, но я не попадаю. Так. Еще там. Здесь вообще... по прицелу. Дело в прицеле. Ах ты тварь. Довольно так хорошо сделано. Вот. Можно пострелять. Бойцы, капсулы с турелями запущены. Уничтожьте хорошо. Их в воздухе. Ну, непривычно. Надеюсь, я к этому привык. Потому что очень непривычно. Реально очень непривычно. Потому что, по идее, это огромнейший там. Вообще такие маленькие страны. Очень странно на самом деле. Я впервые так. Можно еще сделать, чтобы прицел был прозрачен. Я тогда не увижу прицела. Я его так. Точнее, я его вижу. Это как бы вам. Вам решать, какой у вас прицел. Но я выбрал там такой, это для профессионалов. Вообще, по идее, он хорошо даже стреляет. Без зарядки. Смотрите, они даже застрелить не могут, а... Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Всех тут убивают. Турели, так. Сбейте их как можно быстрее. Турели. Ладно, прибегу. Я такой ошибки, наверное, больше не сделал. Хватайте гранатометы. Потому что я сделал ошибку, я стрелял вот так. И попал по идее в себя. Это довольно таки было не так. Теперь пора разобраться с этим крейсером. Хватайте да, гранатометы. Очень, на самом деле, точно цель. Выбирайтесь оттуда. Так привыкнуть, то можно вообще так поиграть. Но если вам привычно, то вы можете победить опять на 1-0.
мне сейчас довольно-таки непривычно играть с таким маленьким прицелом, потому что он довольно-таки маленький. Вы не поверите, но он реально маленький. Если сыграть... Значит, цель Blackwood. Хотел сказать, ладно. Но, то есть хорошо стреляет, но дело в том, то, мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Странно, вы знаете, что на кону. Непривычно. Это один из сломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите давайте его. Попробуем. Так, да? В нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракеты. Есть патроны. Чё ты хочешь? У меня вот нет. Все равно, наверное, будет. Они заблокировали все проходы, но кое о чем забыли. Правильно. Вентиляционные шахты. Снял стрелка. Продолжаем движение. Дальше пошли. Тихо, тихо, тихо. Осторожно. Осторожненько. Резай, блин.
резко. Да, я помогу. Так. Стой на месте. Перед тобой. Так, долгу. Перезарядка, значит. Спасибо. Так. Опа! Стой смирно! 100 турелей в ледокол. Охренеть, я получил звание. Опа. Ни хрена. Правда ли? Давай, чел. Так, тихо. Тихо, пошли. Так, нужны патроны. Тебе не нужно. У тебя есть. Не, вот. Тихо. Сейчас они выйдут. Миллионы людей обязаны нам своими жизнями. Ну, вряд ли они об этом когда-нибудь узнают. Ну, зато Блэквуд теперь не смогут обвинить нас в своем чудовищном преступлении. Атака Блэквуд — это месть за нашу недавнюю операцию «Черная акула». Мы загнали врага в угол, где ему некуда деваться, но от этого он становится только опаснее. Теперь Блэквуд не остановится ни перед чем. Окей, мы дошли до второй половины. Можно так. Здесь несколько половин. Мы потеряли связь с главной базой. Отправляйтесь в радиобункер. Они не промахнулись. Это мины. Весь сектор только что превратился в большое минное поле. Если я такую пропущу, что я сделал? Который сделал? Конечно, эй, куда я полетел-то? Мед. Внимание! Блэквуд отправили в бой экспериментальный вертолет. У нас нет сведений о его вооружении, так что будьте осторожны. Вы должны сбить вертолет, пока он не натворил дел. Акула 476 на связи. Связь на 11. Я сильно поврежден, повторяю, я сильно поврежден. Да как так? Медик! Резай! Дебил какой-то играет. Меня попали! Запрашиваю помощь! Сектор 2740. Граната!
придется одному это все проходить вот сюда. А, ну охренеть. Так, не, я не буду брать. Блин! Твою мать! Твою мать, я слил. Охренеть, я слил. Охренеть. Охренеть. Давайте проверим, сколько у меня хотя бы дали. И вообще хотя бы что-то дали вообще. Потому что я следующую игру. Я буду проходить. Именно хардкор. Кан. Мы будем проверять, как вообще это все будет работать. Будем проходить вулкан не на профи, я имею в виду, мы будем проходить вулкан на хардкоре. Это довольно будет сложно. Ну, я думаю, у нас все получится. Так, я не прошел, но я заработал $333. Это довольно, блин, опять довольно. Ну, короче, это круто, да. Что-то дофига раз я сказал слово довольно за этот видеоролик. Но я думаю, вообще мы почти прошли. Да. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, поспешите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.